Ребят, я вас всех приветствую, микрофоны, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в квесточку, продолжаем играть на сервачке, чем вы, зомбарики. Здесь карта новогодняя такая, здесь дьявол Санта-Клаус. Блин, мне это очень понравилось, я решил зайти и поиграть здесь. Ребят, у меня к вам, короче, будет сейчас предложение такое. Если вы хотите, чтобы вечерком вышла еще одна серия по зомби-сервачку, к примеру, с бесплатными привилегиями, то есть есть, ну, если вы, конечно же, хотите, и вам не сложно, и вы хотите сегодня вечером посмотреть еще одну мою серию, тогда перед началом ролика обязательно сейчас поставьте лайкосик, если это видео до вечера набирает, друзья, давайте 333 лайка, я думаю, это вам не составит труда, мы вчера набрали под видосиком до вечера 450 лайков, поэтому если вы сегодня до вечера наберете 333 лайка, я уже заговариваюсь, то вечерком сегодня еще выпущу для вас одну серийку, поэтому все, друзья, все для вас, дерзайте. Но мы сегодня поиграем утречком, да, утречком, вот сейчас здесь. Блин, завалил нас дьявол, сейчас мы быстренько... А, здесь, кстати, возрождение сразу же дается, поэтому ничего сложного нету. А, ножи, друзья, ножи здесь вроде бы никак не поменять. Я помню с прошлого видео. Давайте мы сейчас тогда покажем вам цены на привилегии. Покажу вам, друзья, вот. Випочка на меня 5 рублей, админка 25, босска 70, охотник 120, главный админ 190. Онлайн покупка привилегий gslet.ru. Ссылочка будет в описании, друзья. Просто здесь привилегии так не показываются, и я вам типа так не смогу показать, да. Все, я себя взял класс зомби невидимый летун. Поиграем под ним. Так, что еще здесь? Как паутинка? Вы использовали все паутинки, да? Окей, блин, зря, конечно, мы сюда упали. Сейчас скользить будем по этой карте. Ну, такое, конечно, себя. Ладно, меню випа, мощно не он, что-то такое. Вот, сейчас попробуем дьявола повалить. Внимание, там что-то было написано. Дробовик еще какой-то, паки, броня жизни. Я практически их взял. А палка снеговика и зимний молот. Что за молот? Ну вот, давайте с ним, в принципе, побегаем. Че бы и нет, почему бы, так сказать, и нет. Так, так. Меню привилегий, где быстренько сейчас возьмем джетпак, кстати, здесь вот такой вот красивый, друзья, вы посмотрите, какой здесь джетпак, серьезно, ну годно, с вас лайкосик за такой джетпак, ну, согласитесь, прикольно выглядит, автомат бога, няшный котик, там вот автомат бога какой-то, паки броню жизни возьмем. Далее, что у нас? Меню босса, дробан, паладин, ядовитая бомба. Вот, кстати, друзья, вот с этим автоматиком мы сейчас побегаем. Побегаем с автоматиком. Ой-ой-ой, где он? Вот он. Я его успел взять. Паки броню жизни также возьмем. Так, по урончику здесь он не такой мощный. Вот у меня на сервачке такой есть, на моем сервачке прям он мощный. А здесь, ну, такой себе, ну, не очень мощный. Но нормально, все равно нормально. Так, дальше давайте посмотрим, что здесь еще есть. А, меню охотника, пистолет бога, плазмоган, перчатки шокер, паки с броней из жизни возьмем. И возьмем, наверное, плазмоган, наверное, да? Вот, кстати, он здесь очень быстро стреляет. Если сейчас бесконечно патроны в магазинчике есть, будет вообще очень-очень шикарно и годно. Вот, бесконечно патроны возьмем с вами и купим с вами метадач. И просто смотрите, друзья, как мы сейчас валим. Почему патроны кончаются? Я же купил бесконечные патроны. Опа, купить бесконечные патроны и купить нет отдачи. Все, все же должен... Все, сейчас, друзья, все годно. Все за бест. Все очень круто и здорово. Блин, как же мне нравятся вот эти гирлянды. Очень красиво смотрятся здесь. И нам нужно быстренько сейчас с вами через... дальше через менюшечку привилегии выдать себе броню, взять броню жизни. Вот броню. Я себе... Ой, где пушка? Пушечка моя. Где? Вот она. Так, и вроде бы контакты. Вот, цены все, друзья, я вам это уже показал. Там уже менюшка, настройка паутинка, управление сервером, раздача паков. Выдать 100 паков, вот, к примеру, себе, давайте быстренько повыдаем, вот так. 1000, друзья, сможем за раз выдать, к примеру, или нет? Сейчас я быстренько, очень быстренько прям клацаю, вы можете это услышать. Но нет, у нас уже просто, ну, бесконечно паки, короче, сможете выдавать себе вот так паки. Но тоже, считаю, очень годно и круто. Но пока что мы давайте повалим зомбаков, постреляем в них, найс, завалили. Напоминаю, друзья, если вы к вечеру набирается под этим видосиком 333 лайкосика, вечерком еще для вас выпускаю одну серийку. То есть ничего сложного нету, все легко и просто, друзья. Поэтому все зависит от вас. Кстати, посмотрите, как эти пули летят здесь вот так по-прикольненькому, если мы вниз стреляем. Шикарно, друзья, однозначно шикарно и круто.
Так, 80 урона мы отнимаем, здоровье, все, убей. Главное нам сейчас не попасться здесь на лед, потому что здесь лед очень жесткий, и мы с ним, то есть, будет плохо, конечно, если мы попадемся на этот лед. Я бы не советовал, друзья, на этот лед нам попадаться. Так, паренек возродился, сзади зомбаков у нас, я надеюсь, нету. Здесь, кстати, вот такая вот, вот такой вот снеговик прикольненький. То есть, тоже довольно-таки крутой. Джетпак, смотрите, друзья, джетпак. У нас же есть джетпак, правильно? Вот, сюда я хочу забраться, опа, и вот так джетпак выбросить. Вот, посмотрите, как круто смотрится. Вот такой джетпачок около снеговика, вот так, опа, друзья. Ну, шикарный джетпак, согласитесь. Вот так. Так, внимание, люди смогли уничтожить вирус, и все за best. Все за best, ребятушки. Сервачок, короче, годный, друзья. Я на этой ноте буду заканчивать. Возможно, пойду сейчас для вас на вечерок сирийку запилю какую-нибудь. Поэтому, друзья, если вы наберете 333 лайка, то вечерком ждите серию еще одну. Вот так. Все зависит от вас, друзья. Хотите, будет серия, не хотите, не будет. Вот так. Ну а с вами был я, Рамзи, все дела, друзья. Кому понравился данный сервачок, чумовые зомбарики, обязательно заходите, все ссылочки будут в описании на IP-шечка, сервачка, группа сервачка, то есть все-все-все будет в описании, я буду вас ждать здесь, сегодня до вечера здесь поиграем, возможно вы меня встретите, зайду, поиграю вместе с вами. Ну а с вами был я, Рамзи, все дела, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.